План по уборке овощей в регионе выполнен на 91%. Обработано свыше 1300 гектаров полей. В 7 районах работа уже завершена. Темпы осенней кампании в целом такие же, как были в прошлом году, а урожайность выше. Например, капусты на 7%, свеклы на 10%, моркови с гектара собирают на 44% больше, чем в 2016. Но тут стоит отметить, что прошлый год для этой культуры был неудачным. Самые лучшие показатели у аграриев Упоровского района. Они капусты срезают 838 центнеров с гектара, почти в полтора раза больше, чем в среднем по области. Урожайные свеклы там перешагнула планку в 500, а вот у Поровской моркови с каждого гектара собирают по 734 центнера. Показатель почти вдвое выше среднего.